Так, сейчас попробуем еще раз записать эту же линду и тот трек, который в следующей фэнси. Но вот эту же кассету, только я ее оцифровывать, наверное, хотя и буду, но, наверное, оставлю дорогу, как с телефона пишется. Сейчас проверим по опорнику, как у нас показывают индикаторы. Фокус на программный я сместил. Сейчас проверим, там хоть что-то видно. Видно. Измерительная магнитная лента 3 лим УНЧ К4. Часть первая. Для регулировки коэффициента усиления. Номинальный уровень записи 250 нановебер на метр. Частота 315 Гц. Того, чтобы было видно, что индикатор откалиброван программный верно. Дальше делаем вот так. Этого индикатора у нас нет, поскольку пики этот индикатор не ловит. Будем писать, ориентируясь только на тот. СДП включено. Включаем запись, счетчик обнуляем. Ну что, пробуем. Это у нас был первый трек. Сейчас попробуем следом записать и второй. To me.
Ну ладно, думаю, хватит. Сейчас отмотаем, посмотрим, как оно будет звучать или не звучать. Так, индикатор сбрасываем, значение пиковое. Поехали. Что-то, видимо, попало. Может, волосина какая от подушки. Бывает такое. Давай еще раз. Бывает, волосина попадает от подушки туда, к головке. Сейчас второй трек пойдет.
правый канал в самом конце опять что-то попало. Надо бы бошки почистить. Но во всяком случае записать он записал. Единственное, что я предыдущий трек Линды писал с CDR-диска, который когда-то у меня был записан давно. И сейчас я его оцифровал, оригинал, сравнил с тем, который у меня во флаке. И у них есть, оказывается, разница. Все-таки на том, которым я писал вчера, немножко от 10 кГц есть небольшой спад. Вот. Не знаю, как оно так туда попало, но тем не менее. Ну, даже вот этот вот жестяной, который флаг, он записал, в принципе, нормально. Единственное, что немножко пришлось уровень убавить. На 2 дБ пришлось уровень убавить. Вот так вот. Так что бывают разные ситуации непредвиденные. Но пионер этот бы трек все равно не записал. Ни один, ни второй. Это уже проверено неоднократно. На первый тип 100% бы не записал. Не знаю, оцифровку подмонтировать, не подмонтировать. Может, даже сделаю так, что приложу и тот результат последовательно в видосе. Посмотрим. Ну что, пробуем. Это у нас был первый трек. Сейчас попробуем следом записать и второй. Уровень, наверное. Thank you.
хватит. Сейчас отмотаем, посмотрим, как оно будет звучать или не звучать. Так, индикатор сбрасываем, значение пиковое. Поехали. Один канал делся. Куда-то один канал делся. Правый. Такой завал. Интересно, что-то правого канала у нас нет. Полосы на ленте нет, а в чем дело? Такого раньше не было. О, что-то, видимо, попало. Может, волосина какая от подушки, бывает такое. Давай еще раз. Бывает, волосина попадает от подушки туда, к головке. Стало нормально. Второй трек пойдет. Thank you.
Опять канал провалился. Что это такое? Странно. Правый канал в самом конце опять что-то попало. Надо бы бошки почистить. Но во всяком случае записать он записал. Единственное, что я предыдущий трек Линды писал с CDR-диска, который когда-то у меня был записан давно. И сейчас я его оцифровал, оригинал, сравнил с тем, который у меня во флаке. И у них есть, оказывается, разница. Все-таки на том, которым я писал вчера, немножко от 10 кГц есть небольшой спад. Вот. Не знаю, как оно так туда попало, но тем не менее. Ну, даже вот этот вот жестяной, который флаг, он записал, в принципе, нормально. Единственное, что немножко пришлось уровень убавить. На 2 дБ пришлось уровень убавить. Вот так вот. Так что бывают разные ситуации непредвиденные. Но Пионер этот бы трек все равно не записал. Ни один, ни второй. Это уже проверено неоднократно. На первый тип 100% бы не записал. Не знаю, цифровку подмонтировать, не подмонтировать. Может, даже сделаю так, что приложу и тот, и тот результат последовательно в видосе. Посмотрим. На этом все. Всем пока.